У вас обнаружили миому? Вам страшно? И не хочется идти на операцию? А этого и не обязательно делать. У хирургов работа резать. И они всегда предлагают как единственно возможный вариант. Они ничего больше предложить не могут. Много лет назад я и моя подруга, мы вместе работали. Мы наработали себе по миоме. Сначала убрала себе, потом ей. А потом начала работать с девочками. Одной, второй, в третьей ушло, и теперь уже сотням женщин помогла стать здоровыми, прокачать женские энергии, стать целостными, избавиться от этого заболевания. 2 года по крупицам собирали материалы, которые работают на исцеление матки, приводят женский организм к целостному состоянию. 2 года мы собирали этот кейс, и сейчас мы можем предложить его вашему вниманию. Вы раскроете женские энергии, научитесь любить и принимать себя, сможете решать вопросы семейные бесконфликтно и выходить правильно из конфликта, договариваться с собой. Вы сможете свой организм привести в гармонию и равновесие, к здоровому состоянию, в целостное состояние придете. И у вас эта болезнь уйдет. Ее в теле не будет. Точно. Если один человек это сделал, то это возможно. А если это сотни людей проделали, то это легко возможно. Было бы ваше желание. Ссылка под видео.